Привет еще! Это Спанч Боб Сквепец, и мы продолжаем играть в эту удивительно прекрасную игруху. Если не смотрел первую серию, то обязательно посмотри ее. И прямо сейчас не забудь опуститься под видео, поставить свой Лукас, шикарнейший Лукас, и подписаться, если ты еще не подписан. Вот, руками. Чистый, свежий. Красава. Вот это что за штука такая грозная, смотрит, ой, она мигает. Воу-воу-воу-воу-воу! Видал? Сама подорвалась. Давай почитаем, что это такое. Это грозовой идол. Когда Патрик до него дотрагивается, начинается гроза, а через несколько секунд — бум! — и все, ее нет. Не стойте рядом, когда она взрывается. Да я уж понял, она бомбанет так бомбанет, и по моей розовенькой кожице будет больно мне, короче, вот. Давай тут почитаем. Патрик может подбирать грозовые идолы и бросать так же, как и другие предметы, но ему нужно делать это быстро. Ага, хорошо. А ты тут что стал? Бум тебе пупком! Давай подберем идол. Юху! Давай, кидай, кидай! Ой, меня все-таки задел. Ну, прикольно, прикольно. Комбо у нас получилось. Так, это я возвращаюсь обратно. Нет, нам сюда не нужно. Мы отсюда пришли из прошлой серии. Полетели обратненько. Юху! Мои цветочные труси салатового цвета. Балдежно. Так, значит, мы же спасаем с тобой этого. Как его? Осьминожку-то. Скала говорит со мной. О, могучая скала, повелевай мной. Да и здесь я, внизу, здоровенный розовый болван. О, привет, мистер Планктон. Вы меня сегодня не собираетесь случайно испарить? Такая соблазнительная мысль. К несчастью, я оказался в неудобном положении и вынужден тебе помогать. Я вчера тоже был в неудобном положении, и теперь у меня шея болит. Услышь меня, мой огромный будущий прислужник. Отправляйся в пещеру, Медуз. Следуй инструкциям на знаках, которые увидишь по пути. К выходу из пещеры ты останешься большим розовым тупицей, но будешь знать достаточно для того, чтобы победить роботов и вернуть мне помойное ведро. А потом ты меня испаришь? Может, я пощажу тебя и заставлю работать на своей патагонке, где ты будешь шить низкопробные поддельные кошельки. О, спасибо, Чи! Вот Планктон, а? Вот же засранец. Так, ладно, будем следовать инструкциям, как он и сказал. Если вы подпрыгнете и нажмете эту кнопку, Патрик ударится о землю. О, шикарно. Давай попробуем. Полным весом своим об землю. Так, ну что, давай нажмем на кнопочку. Бдым. Ох, должен нажимать кнопку. Не могу остановиться сам. О, жуткая темная пещера. Так, обожаю озвучивать Патрика просто. Подожди, а если я сюда запрыгну? Ой, бежим, бежим, бежим. Может же пукан подгореть от этой лавовой раскаленной штуки. Медузка! Медузечка моя! Ой, зря я это сломал. Я же не допрыгнул до той желтой блестяшки. Ну да фиг с ней. Арбузики вижу. И там есть у нас значок. Надо его почитать. Ой. Пещера-то с ловушками, смотри. Там шипы. Моя розовая кожица, я не хочу ее повредить. Не забывайте, Патрик может бросать метательный фрукт. Затем подобрать его и бросить еще раз, прежде чем он исчезнет. Точняк, точняк, точняк. Мы это помним и знаем. Давай попробуем, о чем мы, куда его кинем-то? Наверное, сюда. И вот так вот наверх. Воу-воу-воу, главное, чтобы Медуз нам не поджарила мою розовенькую кожицу. Арбуз может сейчас помбануться. И мы успели. Сейчас вырастет новый арбузик. А давай сюда вот. А я лазил. Вот зачем я залазил? Кто ж его знает? Ну ладно, пошли, раз открыли дверьки. Дверьки откры... Ой-ой-ой. Надо быть тут очень аккуратным. Я не хочу повредить свои труханы. На всякий случай тут как раз запасные положили. Так. О, я своей шляпкой на башке могу... Ну, как это ж не шляпка, это... Блин, голова звезды. Ну, как это еще по-другому назвать? Я не знаю, короче. Короче, своей звездатой головой я проткнул коробки. Вон там вот еще что-то есть. Я могу туда кинуть. Смотри, 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 что я могу сделать. Взять вот этот огромный... Ой. Ну вот. Короче, я туда сейчас кину. Колыбищ. Потом подбираем и кидаем вон туда. Должно получиться. А как это все собрать? Я умею плавать, нет? Нет, я плавать не умею. Я звезда, но плавать не умею. Чекпоинт. Ништяк. Иголочки, иголочки. Смотри, опасность, опасность, опасность. Сейчас, сейчас аккуратненько пробегаем. Как здесь опасно, ёкарный. Ай-яй-яй-яй, мои трусы.
проткнул уже двое трусов. Как жить дальше? Ну ничего, блин, обжегся еще. Последние труханы остались. Это очень плохо. Но я надеюсь, что мы пройдем. Вон, труханы! Не думаю, что труселя губки Боба подойдут по размеру. А, точно, у тебя ж трусы-то другие. А это квадратные труханы. Так, значит, берем арбузик. Вот так вот. И кидаем вон туда, чтобы она бомбанулась. Бу-бух! Бежим скорее. И вот мне бы еще вот эти труханы взять. Да! Так намного лучше. Смотри, какие ступни, такие мы уже видели. Просто встать сюда нужно. Вот так. Ага. Ага. Я знаю, как что сделать. Берем арбуз. Нам наверняка придется носить с собой кучу вещей. Кидаем сюда арбуз. И погнали. Пронеслось. Читаем значок. Патрик также может прыгать на метательные фрукты, чтобы забираться в труднодоступные места. Он может комбинировать метательные фрукты, набрасывая один метательный фрукт на другой. Это позволит Патрику забираться на еще большую высоту. О, вот оно что! Нифига себе! Так, ну хорошо, да, попробуем вот сюда все скидать. Главное, чтобы они не бомбанулись. Эти фрукты? Так блестит! Я просто знаю, смотри, арбузы, они могут взрываться, они как бомбы. И чё, и как делать? И как мне быть здесь? Просто арбуз здесь не успевает вырасти. Он появляется только тогда, когда вот этот арбуз исчезнет. Хорошо, давай попробую запрыгнуть. Но не получается. Ну чё ж, блин. Я совсем забыл, я же умею двойной прыжок делать. Вот это я исполню сейчас. Давай, Патрик, красава. Тут, значит, у нас все нормально. Накидываем один арбуз на другой. Запрыгиваем. Красава! Вообще по-легкому. Ой, носки надо собрать. Носочечки мои. Опа! О, божечки, еще носки! Красава же, да, Патрик? Ты посмотри на Патрика, какой он красавчик. А как он справляется с заданиями. Планктон просто будет... Ой, сейчас арбуз сорвется. Дополтался. Ну ничего, у нас еще один вырастет. Вот так вот. Планктон будет рад вообще, то что мы сейчас найдем медузу. Он же за медузой нас, по-моему, отправил. Я уж забыл. Я же за Патрика играю. Так, коробочка, телепорт. Пока что... Йоу-йоу, гоночки, ей! Обожаю вот это вот дело. Не думаю, что труселя губки Боб... А, мы это уже читали. Мы это знаем, что они не подходят Патрику. Боже мой, мы обожглись. Грозовые вот эти штуки, надо их остерегаться или нет? Да, лучше их остерегаться. Все, мы скатились, слава богу, чекпоинт. А ты кто такой? Здрасте. Дай его в медузу. Иди в медузу. Медузга, шандарахни. Не, ему по барабану, слушай. Тогда коробки будем подрывать. Йо-го. О, а это что такое, да, почитаем. Это замораживающий фрукт. Патрик может подбирать замораживающие фрукты и бросать их. Замораживающие фрукты на некоторое время замораживают слизь. Патрик может скользить по замораживающей слизи, пока она не растает. Ух ты, прикольный. Сейчас будем кататься, что ли, здесь? А где слизь? А, слизь — это вот эта вот штука. Вот, от которой я отскакиваю. Ну ничего, сейчас попробуем кидануть, значит, этот кубик льда и покататься здесь. Так. Смотри, смотри, это что такое там? А, это носки. Ну-ка. А где кататься? Как? Я не катаюсь. О, божечки, еще носок. Так, 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 мне нужно вот эти вот блестяшки собрать. Срочно, 4 секунды. 3, 2, 1. И сейчас, убегаю, я убегаю. Черт подери, утопился. Эй! О, ну хорошо, что здесь рядышком был чекпоинт. Так, значит, избиваем еще. Подожди, а что если мы попробуем вот этот кубик кинуть на медузу? Не прокатит. Не прокатит. Хорошо, возьмем еще один кубик и попробуем кинуть вон в тех роботов. Посмотрим, что с ними будет. Роботы. Держи! Блин, ничего. Тогда я их сейчас пузом разбомблю. Бах-бах-бах! Хо-хо-хо-хо! Против моего пупка вообще нельзя противостоять. Мой розовый попок, ой. Вот этих больших роботов надо, наверное, арбузом закидать. Давай попробуем. Лови, сетерай. Ух, еще раз. Сейчас, Патрик, сейчас еще раз будет. Ништяк. Вот это по-королевски. А, блин, там машина, производящая этих роботов. Смотри, надо... Надо ее бомбануть. Тихо. Блин, опять труханы взял. Патрик недоволен, что они квадратные. Разнесли всех нафиг в щепки. Эй, кувальщики, не дам себя ударить. Так, надо вот эту кнопочку. Оу, смотри-ка, роботы с неба падают. Они вон из-за той стенки производятся.
Надо быстренько найти, чтобы метнуть вам в ту кнопочку красную. А чтобы метнуть? Надо за арбузом возвращаться, я понял. Пошли вон! Моя розовая кожа – мощное оружие против этих роботов. Точнее, мой розовенький пупочек. Так что надо будет потом по приходу домой поковыряться в своем пупке. Хо-хо-хо, почистить его. Так, мне нужно не попасть в роботов. Мне нужно... Блин! Арбуз подрывается. Капец! Так, хорошо. Действуем быстренько. Быстренько поднимаемся. Закидываем его сюда. Получай. Не-не-не-не-не-не, арбуз! Нет! Как быть так? Я не успеваю, просто чисто физически. Ну-ка. Блин, ну короче, вообще бесполезняк. С этим арбузом мне сюда не запрыгнуть, не взобраться. Ладно, пошли сюда. Быстрее! Ahoy there! Привет тебе! Спидер говорит, ты ищешь короля медуз? Yes. Да. Славно, этот монстр всех посетителей в моих корму пережарил. Говорят, его можно найти на вершине старой горы Спорг. Иди за горбуни, эту тварь салага. Ну, мистер Крабс, я попробую, вдруг получится. Так, значит, на вершину, вон туда, на самую вершину. Обалдеть. Что это такое? Что за робот новый? Смотри, он с солью или с чем там ходит? С каким-то соусом. Ты что такой серьезный? Короче... Ага. Патрик, не ссы, прорвемся. Ты самый последний упал, значит, ты против него мощный. Пошли раздадим ему пупковых люлей. Получай! Оу! Еще разок. Видал? Вот это мы могем. Это называется пупковый десант. Короче, кто не видел, демонстрирую второй раз. Пупковый десант! Бу-бу! Вот это комбо! Вот это я понимаю жизнь! Вот этих чуваков тоже сейчас бомбанем. Они даже не успели подорваться на молнии. Трухали. Сквапенс! Губка Боб! Привет, миссис Пав! Привет, Патрик. У меня для тебя задание. Ого-го! Я нашла золотую лопатку, но роботы на том острове украли ее и забрали в озеро. Если сможешь сообразить, как ее вернуть, будешь большим молодцом. Само собой, миссис Пав. Вообще в легкую. Погнали. Сейчас заберем лопаточку. А где, кстати, лопаточка? Я ее не вижу. Где лопаточка? Лопаточка. Ты видишь лопаточку? Оуч! Ребят, вы чё? Я только сюда прилетел. Так, значит, десантный пупок не подходит сюда. Я думаю, что нам нужно как-то попасть вон на тот остров. А как нам это сделать? Я думаю, вот таким вот образом. Опа. И теперь вот таким вот. Опа. Давай. В смысле? Верни меня обратно. Ну ладно. Короче, фиг с ним, с этим островом. Пойдем дальше. Вот тут значок есть какой-то, давай почитаем. Это идол. Губке Бобу придется подкрасться к нему, чтобы уничтожить. Ну я же не Губка Боб. Может быть, я смогу его как-то уничтожить по-другому, например? Например? Нет, так не катит, слушай. Бабах! Ух, еще разок. Я его без этих идолов вообще справляюсь, нормас. Так, ребят, не подходите ко мне, у меня тут бомба. Блин. Вот это подстава была. Ну чё, пацаны, раунд номер два. Получай. Ух, мега-комбо. Смотри, снова этот робот. Сейчас мы ему попковый десант покажем. Прям пупок зарядил. Получай, на тебе. Даже ничего мне не сделал. Хотя нет, пупок-то он попал же все-таки. Ух ты, смотри, сколько там каменных идолов. Но мы-то с тобой знаем, как с ними справиться. Подорвать, конечно же. Оп. Ребята, получай. Комбо, пупковая комбо. Ракушка. Ракушку сейчас откроем. Конечно, хотим открыть. Ништяк, 150 блестяшек мы, конечно, отдали, но ничего страшного. Мы все выше и выше к королю медуз. Чтобы спасти Сквидварда. Сквидвард будет спасен сегодня в этой серии. Сколько же их мне нужно носить с собой?
Ты про блестяшек, что ли? Ну да, наверное, про блестяшек. Опа! Снова этот плевательный робот. Полю чай. О, задел меня все-таки. Привет за труханами. Ух ты! Я все выше и выше взбираюсь наверх. О, не смотри вниз, Патрик, не смотри вниз. Я посмотрел. Тихо, Патрик, не сыкуй. Так. О, золотая лопатка, смотри там. Надо ее подобрать, надо ее забрать. Блин. Вот это сейчас будет, смотри, качелька какая прикольная. Ну я не допрыгнул, а не допрыгнул. Перевешиваем ее. Давай еще сильнее. Патрик, давай. Своим мощным жирком. Ножи, ножи, ножи. Ножи. Ножи, еще, 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 еще. Бежим, бежим скорее. Ножи, получились. Есть, двойной прыжок нас спас. Шикарно. Все, мы практически на самом верху. Ну, кажется, тут тупик. Или не кажется. Или кажется. Мы немножечко считерим, вот тут нельзя вроде как проходить, но мы... Да, нельзя. Давай табличку почитаем. Губка Боб может запрыгивать на стены, когда появляется этот значок. Прыгните в направлении стены и нажмите на прыжок, чтобы прыгнуть еще раз. А-а-а. Ну мы не Губка Боб, но я надеюсь, что у нас получится. Блин. Че, Губка Боб нужен все-таки? А есть здесь телефон? Мне нужно позвонить Губке Бобу. А, вот. Здесь есть телефон. Отлично. И снова здрасте. Губка Боб приехал, юху! Да, мы уже это прочитали. Сейчас я своими крутыми башмачками запрыгну туда, куда нам нужно. Воу, как я прилипаю к стенкам. Шикарно, вот как это выглядело. Теперь мы знаем. Соус Тартар, какой ужас! А, так у них соус Тартар, вон оно что. Ой-ой-ой, Губка Боб не падает. Фу. Я чувствую себя как свежий огурец. Я вернулся, соусники-тартарщики. Сейчас вы получите у меня. Получай. Вот так вот тебе, с очком. С очком по твоей бутылке. И того сейчас прижучим, смотри. Сеттерайк. Своей желтой попенцей прижал этого чувака. И золотую лопатку еще собрал. Губка Боб счастлив просто. Ух ты. Король медуз. Сейчас мы походу с ним будем биться. Ну что ж, начнем. Ну и ну, сегодня все пытаются помочь. Будь осторожен. Пойдешь по этой тропинке, и до короля медузы будет рукой подать. Удачи, тебе она понадобится. Спасибо, Бабл Бадди. Обалдеть, сейчас будет король медуз. Свежий, как весенний ветерок. Новый труханы подобрал свежий. Шикарно. Ё-моё, ты видел, какая она здоровая? Я знал, что король медуз огромный, но мне никто не говорил, что у него волшебный голос. Упс, мы помешали концерту. Нас спалили. Сейчас будут ататашечки. Так, и что нам делать? Как быть? О-хо-хо-хо! Какой он разряд дает, а? Так, есть чем-нибудь швырнуть в него или еще что-нибудь? Тут у него даже, смотри, занавески есть. Обалдеть. Можно за них спрятаться? А-а-а! Так, вот пока он тут сидит... Ну, понятно. Короче, когда он разряд распыляет, мне нужно его мочить. А пока он вот так вот светится, лучше его не трогать. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! А, я опоздал. Я опоздал. М-да. Нужно, наверное, это делать в воде. Вот чтобы он на воду прыгнул и разряд свой пульнул. Вот-вот-вот, сейчас. Получи! Есть. Есть контакт. Ударь его снова. Сейчас ударь. Ой-ой-ой-ой, медузки маленькие пошли. Ну ничего, я думаю, что это не страшно. Ох ты, коробка, телепорт. Но она пока не работает. Жаль, печаль. Ну что, давай, прыгай. Ты прыгнешь? Есть контакт. Получай еще разок. Завершающая оплюха осталась. Ну ничего, сейчас мы ему бомбанем. Синие медузы. Божечки, надо их опасаться. Я, конечно, такого ожидал. Но вот чтобы так сразу и быстро, нет уж. Извольте, подавайте мне розовых. Ну чё, когда... О, настал момент! Без
Ладушки. Это было очень смешно. Особенно как он ругался. Это очень забавно было. Номер один в охоте за предметами в бикини-ботом. Третий год подряд. Нифига себе. Топ-1. Номер один. Так, там коробка телепорт была. Я думаю, что пора сваливать и спасать Сквидварда. Намазать его этими желейками. Так, сейчас я еще блестяшечку заберу. Давай, 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 губка Боб. Тут скатиться можно, смотри. Поехали, югу. Да, боже, главное не вылететь отсюда. Йо-хо-хо-хо-хо. Подрывайтесь. Ядрё. Блин, вот это зря я сделал, конечно, надо. Да, надо остерегаться вот этих молниеносных коробок. Ладно, вторая попыточка будет удачнее. Погнали. Йо-хо. Так, их я подбивать не буду в этот раз. Я просто мимо прокачусь и все. Брэм-бэм-бэм. Ништяк. Пока удачненько скользим. Главное, язык не натереть. Ей! Все, почти скатились. А, кстати, катиться-то нам далеко. Мы же очень долго взбирались наверх, правильно же? У-ху! Шикарно. Спрятались от меня эти идолы. Золотая лопаточка. Блин, не допрыгнул. Ну как так-то? Вот это подстава. Смотри, какой качок. Здорово. Может, ты меня подкинешь? Эй, смотри, кажется, тебе нужно повыше подпрыгнуть в конце этого ската, чтобы добраться до этой золотой лопатки. Ничего себе прыжок. Надеюсь, я справлюсь. А можно еще раз попытаться дубль два сделать? Я думаю, что можно, если мы запрыгнем в эту коробку. А, нет, не можем. Эта коробка не телепортирует. Эй, блин. Ладно, походу... С этой лопаткой мы повременим. Вернемся за ней чуть позже. А пока нужно спасти Сквидварда. Погнали. А, о, как же хорошо. Все для тебя, мой лучший друг Сквидвард. Помочь тебе намазать желе? Может, я просто дам тебе вот это? Золотая лопатка. Спасибо, Сквидвард. А какое следующее задание? Эй! Такси! Нам, походу, отсюда надо сваливать. Погнали. Я думаю, что на этом мы остановимся, потому что мы победили короля медузы. А если мы отправимся в следующее путешествие, вот сюда, где 5 золотых лопаточек, мы открыли, кстати, вот это место, там будет новый босс и новое сражение. Но это сражение мы оставим на следующую серию. Поэтому, если нравится Губка Боб, то с тебя лайк, подписочка и крутой комментарий. А на сегодня это все. Пока. Увидимся в следующем видео.